Всем привет, с вами Комаров Виталий. Так, привезли мне заказ. Я сначала не понял, елки-палки. Что-то на лист крашеный, шоколад царапанный. Что такое? Неужели такой нет? Металл заказчик. Привет. Вот тут раз я это поднимаю. Опа. Он тут тоже такой же. И пленка-то как раз вот здесь. Вот она, пленочка, видно ее. Она с этой стороны. Я с такими листами ни разу не сталкивался. Это вот первый раз такое увидел. Шоколадный лист и с двух сторон крашеный. У меня их таких 3 штуки. А 2,5 метра шоколад. Нормально. Здесь он крашеный в тонке, здесь грунтованный. Здесь крашеный под пленкой. Во как. Ребят, у кого такое стало, было, попадались кому такие листы. Может, кто знает почему. Может быть, как-то это забраковывает. Или вообще, может быть, фокус в этих листах. Все, спасибо.